Сергей Самодин в межсезонье может вернуться в Мордовию. В официальном твиттере саранского клуба появилось сообщение, что вопрос о привлечении форварда к тренировкам в Мордовии остается открытым. Напомню, «Шинник» арендовал Сергея Самодина до конца текущего первенства России. Однако, по всей видимости, Мордовия намерена вернуть его. Впрочем, есть за что. Сергей Самодин в «Шиннике» буквально расцвел. Он стал лучшим бомбардиром в ФНЛ и одним из лучших игроков первого дивизиона.